Уже 3 года в Химках работает женская консультация «Мама и малыш». Здесь химчанки разных возрастов получают необходимую заботу и квалифицированную медицинскую помощь. Муниципальные депутаты совместно с представителями администрации посетили учреждение в рамках реализации проекта Министерства здравоохранения «Наша женская консультация». В среднем за год у нас посещает, завершает беременность до 3000 человек. До 3000 беременных. В среднем посещение в день это 250-300 человек. На сегодняшний день практически все специалисты имеют высшую либо первую категорию. Большое количество специалистов это врачи. Средний возраст коллектива врачей это 35-40 лет, достаточно молодые и опытные. В женской консультации можно получить полный спектр услуг от диагностики до сдачи анализов. Кроме того, в штате отделения работает психолог. Все беременные женщины могут пройти и скрининг. Это важнейшее исследование плода, которое позволяет на ранней стадии выявить патологию. Посмотрите, как здесь уютно, комфортно. Комфортно не только для посетителей прекрасного пола, но и для медицинских работников. И это здорово, что в нашем городском округе есть такая поликлиника. Чистота, приятный интерьер, светлые и красивые кабинеты. Но самое главное – персонал женской консультации. И это отмечают пациентки, которые здесь наблюдаются. Мне очень нравится. У меня уже вторая беременность. Первую я наблюдала платно, вторую решила доверить женской консультации. Всем очень довольна, начиная с ремонта и заканчивая квалификацией врача. Слова благодарности здесь звучат постоянно. Ведь женщинам, которые находятся в самом ответственном периоде жизни, беременности, обеспечивают медицинское наблюдение на достойном уровне. Хочется выразить слова благодарности как вам, как руководителю данной женской консультации, потому что проживаюсь уже 2 года в данном учреждении. Хочется отметить, что люди, врачи, большой буквы. Сейчас в Химках продолжается капитальный ремонт родильного дома. Его открытие с нетерпением ждут жители и весь медицинский персонал. Новый и современный роддом вновь откроет свои двери уже в конце этого года. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости. Химки ТВ.